Между тем, ссора между гражданскими супругами в одном из жилых домов Петропавловска едва не обернулась трагедией. В порыве гнева глава семейства хотел выбросить новорожденную дочь прямо из окна пятиэтажки. Бытовая драма разыгралась накануне вечером. Выяснилось, что отец ребенка был пьян. Какое наказание ему грозит и что будет с девочкой, выясняла Нургулялина. Это та самая квартира, где накануне чуть не произошла трагедия. По словам соседей о сожителях, они практически ничего не знают, так как пара начала снимать жилплощадь всего около месяца назад. Однако и соседству с ними жители тоже не рады. Говорят, что квартиранты нередко грубят, пьют и дебоширят. Никакой культуры, никакой воспитанности. Неадекватные люди, все. Недавно только хозяин купил и пустил квартирантов. А квартиранты оказались неадекватными. Мы его предупреждали, говорили, они с первых дней начали там, ну, беспорядок, неадекватные люди. Тем не менее, произошедшее шокировало всех жильцов. Даже несмотря на не на самую положительную характеристику новых соседей, они не ожидали, что 23-летний глава семейства пойдет на такой отчаянный шаг. Накануне вечером мужчина заперся вместе с грудной малышкой в комнате общежития на 5-м этаже и угрожал сбросить дочь. Чтобы предотвратить трагедию, специалистам пришлось проникнуть в помещение через окно. В ходе совместной спасательной операции сотрудник ДЧС проник в комнату через окно, закрепившись на крыше общежития. Повалил мужчину и открыл дверь, после чего в помещение проникли сотрудники СОБР. Полицейские окончательно обезвредили мужчину. Новорожденная девочка 2023 года рождения предварительно не пострадала. Ребенок был передан медикам. Сейчас полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Понесет ли наказание мужчина, неизвестно. Нургуль Алина, Азамат Юлбаев, телеканал Алматы, Североказахстанская область.